Господи, как я устал ходить по городу, уже так темно, и вообще у меня ноги подкашиваются, уже устал, блин. Так, а куда же мне надо? Я что-то потерялся немножечко. Стоп, что там? Стоп, кто это такой там? Не понял. Это какой-то потерявшийся котенок, что ли, или что? Вообще непонятно, может подойти? Что это? Ладно, подойду-ка я. Ой, блин, дождь еще начался, точно надо туда идти. А, господи. Эй, котеночек, ты что, заблудился или что? Стоп. Что? Что? Ай, ты кто такой? Не убивай, пожалуйста. Пожалуйста, не убивай. Это кажется... Ладно. Что? Ты меня реально не убьешь? Я думал, ты милый кот. А кто ты такой вообще? Я мостовой червь. Ты мостовой червь, то есть под мостом находишься? А-а-а, я, кажется, понял, ты мостовой червь, я еще сид проверял с тобой. Ты жуткий, слушай. А это самое, почему у тебя такое лицо миленькое, а потом превращаешься в какой-то ужас? Это что такое? Это мое покрытие на спине. А-а-а, то есть у тебя... А-а-а, я понял, лицо закрывает твое вот это страшное? Да. Ничего себе, а у тебя друзей нет, да, я так понимаю? Нет, у меня нет друзей. А, сочувствую. Я тут сижу веками. А, я еще, я не знаю вообще про тебя ничего, но знаешь, я могу стать твоим другом. Я хочу жрать, и всегда хочу жрать, и я хочу тебя сейчас сожрать, но я сожрал сейчас много людей, поэтому я пока оставлю тебя в живых. А, кстати, а ты можешь долго жить без еды, да? Да. А, червь, ну ты прикольный, знаешь. Ну блин, а зачем людей-то... А, ну я понимаю тебя, ты только людей жрёшь. Я жрать хочу. Да, я понимаю. Слушай, я не знаю, как тебе помочь. Знаешь, я, пожалуй, сегодня, наверное, пойду, а завтра я к тебе снова приду. Но подожди, подожди, я еще кое-что хотел спросить. А это сам... что бы у тебя даже спросить, я не знаю. Только это, не пугай меня тут. А ты вообще растешь? Да. А-а, то есть... Ты людей еще парочку съешь и, наверное, подрастешь. Ты еще маленький, я вижу. Ох, я представляю, что будет, когда вырастешь, будешь больше да, меня, наверное. Да, ты прав. Ты прав. Ладно, слушай, я тогда уйду сегодня, ладно? Ладно. Давай, удачки, я пошел. Спасибо. Тебе тоже удачи. Странно. Мы с тобой червь такой добрый, это вообще немыслимо. То есть он всегда, наверное, агрессивный, всех ел, а меня тут пощадил. Кажется, потому что я с ним заговорил, а остальные просто убегали. Уф, повезло. Ладно, я думаю, я все-таки... Не знаю, я завтра, может, какой-нибудь ствол принесу. Хотя, ладно, я еще за ним прослежу завтра. А сегодня я пойду, пожалуй-ка, спать. Так, я вроде пришел вот сюда же, и кажется... Мостового червя нет. Ну да, это понятно было, потому что сейчас утро. Ладно, я приду ночью, наверное, а пока что пойду по ТЦшкам погоняю. Вау, сколько себе я всякого прикупил. Вау, какая корона, просто я как царь. Так, дальше у меня что? Изумрудная юбка не работает, какая-то странная она. Ой, какие я юбки ужасные купил. О, зато вот это ничего, такая эндер-юбка какая-то демоническая. Дальше вот такая у меня юбочка, неплохо. Вау, вот это моя корона. Я просто царь этого города, кайфарик. Еще какую-нибудь юбку дурацкую надену и пойду беситься. Оу, да. Ха, кстати, стой, я вспомнил про червяка. Так, надо сегодня будет сходить вечерком. Да, обязательно. Как я мог забыть, господи, чем я занимаюсь каким-то идиотизмом? А, господи, это же такой ужас. О, нет, зачем я вообще? Стоп, а может он все-таки нормальный? Ладно, пойду-ка я уже к нему скоро. Так, но для начала надо в МАК сходить. Поем немножечко. Так, когда же мне пойти? Да, ночью, в 12 ночи, точно. И потом, может быть, я еще буду ходить. Ну что ж, я уже нашопился, так устал, господи, домой уже пора. Стоп, это же то самое место, и он их жрет. О нет, людишки, зачем вы туда пошли? Ребята, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что произошло? Он их реально съел, это же просто подростки были. А, он подрос. Ладно, подойду к нему все-таки, надеюсь, он меня не съест. Мы с тобой червь. Привет. Привет. А ты что тут гуляешь? Да я же говорил, что я вчера... Ну, вчера говорил, что я приду, да? А, да. Слушай, я... Ты вообще вот... Соня... Ой, ты чё рыгаешь? Слушай, ты ел сегодня? Да. А, ты людей ел? Сейчас ел? Я ничего не видел, кстати. Да. А это самое... Я дум... Чё? Нет, ты не говори, что ты хотел сказать? Ничего?
ты был там? Стоял? Нет, меня не было, я вот только прибежал вот недавно. Слушай, я, короче, тут подумал... Блин, надо было ствол взять. Короче, я думаю, может нам... Может, ты мне покажешь, как ты вообще вот становишься вот этой мордой? Покажи мне свою морду страшную. Ой, еще рыгнул, господи, воняет. Давай, превращайся. Покажи мне свою морду страшную, вот эту большую свою. Я просто реально интересная. Я красивый? Да, ты очень красивый, мостовой червь. Прям вообще супер. Отпадни некуда. Знаешь, спасибо. А ты вообще гуляешь или только здесь? Нет, но когда я стану очень голодным, я выбежу из этой дыры, в которой я жил веками, и буду жрать всех людей. Тебя тоже. Блин, не-не-не, меня не надо, ладно, я не знаю, что мне делать. Может, я к тебе людей притащу? Ну ладно, давай. Такой контракт у нас. Ладно, все, пока, удачки. Пока. Я сейчас просто в трусы написал. Ужас какой. Пойду домой лучше. Братан, предлагаю тебе сегодня прогуляться весь день и до вечера, а потом ночью еще и попьем пивасика там, давай? Конечно, давай, погнали. Слушай, только есть одно условие. Вечерком, даже почти ночью, да, в 12 ночи, я предлагаю тебе еще кое-какой секрет, я тебе расскажу, кое-куда сходим, ладно, ничего, а после этого сразу в бар. Ну, думаю, про секрет ты мне ничего нового не расскажешь, а так, ладно, ладно, соглашаюсь. Главное, чтобы попили пивасик и отдохнули, реально расслабончик на ночь. Да-да-да, братан, ладно, тогда пошли. Короче, бро, я тебе тут предлагаю немножечко сделочку, короче, смотри, ты мне поможешь, я взял с собой пулемет, мы застрелим мостового червя, да, может, ты не поверишь, но реально... Под мостом этого города живет страшный червь, который пожирает людей. Год за годом куда-то исчезают бесчестно люди. А оказывается, жрет этих людей вот этот червь. Может, ты не поверишь? Ну ладно, погнали, короче, если ты не боишься. Запомни, я ничего не боюсь. Погнали! Давай проверим, что там за ерунда. И мне кажется, что это розыгрыш от тебя. Ну, бро, реально, погнали. Сейчас посмотришь. Вон там. Видишь уже, что это? Да? Ну да, какой-то котик. И что вообще? Давай, смотри. Червь, привет, короче. Это мой бро. А, здравствуй, привет. Котик. В общем, ты притащил да, я притащил еду? Жертву, да. Можешь его убивать. Не понял, что? В смысле убивать, Не, ну, бро, это... Ты сыграй жертву. О, наконец-то я еще пожру. Не, стой! На, получай! Ему плевать, он жрет моего друга! Нет, друг, не убирай! Нет, не убирай! У меня кончились патроны, черт! Я не взял много. Я думал, почему тебя не пробивают пули? Ты сожрал моего друга. Ты сам мне перетащил еду. Ты сам сказал. Я тебя сожру, потому что ты попытался меня сейчас убить. Все. Пожалуйста, не надо. Нет. Ай! Нет, не убивай меня. Он вышел из своей штуки. Нет, ай-яй-яй-яй-яй, больно, помогите. Он, кажется, он ушел. Он ушел. Он не может так далеко выходить, потому что он так обожженный. Господи, и что мне делать? Может его РПГшкой взорвать? Блин, кажется, я реально увидел жизненный цикл этого червя, и он уже большой. Что делать? Мы его друга сейчас сожрали. Господи, зачем я это сделал? Почему я не догадался, что у него реально кожа толстая, и она может защищать от пуль? Не, ну какой бред, червь и защищается от пуль. Ну максимум он мог не подохнуть, но 30 патронов всадить в него, и ничего. Что мне делать? Господи, это жуткие SCP. Это, кажется, SCP. Да, по-любому SCP фонд. Надо позвонить им. Может, его заберут? Да, погнали, деньги есть. Ну что ж, охрана SCP. Слушайте, я тут вам покажу сейчас мостового червя. Вы точно поверите, потому что вы же профессионалы. Идите прикончите эту тварь. Она вон там стоит. Я не знаю, как с ней бороться, но, в общем-то, на нее пули не действуют. Почему вы... Ракеты не взяли, подождите, назад. У вас солдаты есть с ракетами? Да, конечно, мы просто хотим его разглядеть получше, а потом уже придет подмога. Подмога пришла. Все? Слушайте, взрывайте тогда его ракетницей, вон он. Видите, червя, вон он, прыгает. Огонь ползает. Нет! Почему не стреляем? Что с пушками? Нет, что делать? Червь всех сожрет. Ребята, что делаем? У нас стволы заклинили, что за бред? Ничего не выстреливает, все стволы в слизи. И что делать? О нет, он всех сожрет. Что делать? Нет, солдатики, меня ест. Что? Ты предатель. Ты вызвал этих военных против меня.
Ты мне сделал плохо. Поэтому я от тебя зарежу. Прости, можешь меня отпустить, пожалуйста, пожалуйста, умоляю, я больше никого не приведу сюда. Пожалуйста, пожалуйста, не убивай, нет, нет, больно.